Подсолнухи делаю насадкой, листик галочка. Если у вас нет такой насадки, можно взять листик номер 67, 68, 69. Все они подойдут. Крем окрашивала. Краситель желтый топ-декор. Для серединки срезала пакетик. Крем окрашивала. Краситель кредо номер 50. Черный насыщенный. И для основы просто срезала пакетик. Делаю основу, серединку, выдавливаю такие шарики. Вот так получается. И начинаем делать лепесточки. Приклеили. Потянули вверх, приклеили, потянули вверх. Еще делаем лепесточки, чтобы цветок был более пышным. И теперь еще один ряд делаем сверху. Тогда цветок пышнее получается. Беру оранжевый сухой краситель и окрашиваю. Вот такой цветочек получается.